Готовиться к великому празднику Победы люди всей страны начинают заранее, Рязань не исключение. Известные своим неравнодушием наши земляки второй год составляют огромные портреты космонавтов с помощью спутниковой графики. И они же решили в этот раз выразить благодарность тем, кто остался в живых, и тем, кого давно нет с нами, написав огромные слова «Спасибо за победу». Уличные спортсмены, например, поставили новый рекорд победы. Участники акции выполнили отжимания по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания войны. В этом году участники рекорда победы в каждом из городов-участников отжались не менее 26 298 раз. Но главной традицией вот уже 72 года остается парад победы. 9 мая на улицах города, несмотря на погоду, такого холодного дня победы не было уже давно, собрались тысячи рязанцев. Для каждого это оказалось очень важным – быть причастными к общему, единому, огромному. Тому, что спустя десятилетия объединяет и делает нас сильными. Детям рассказываем, объясняем, стараемся, чтобы они знали, что такое День Победы. Дед, прадед у нас брал Берлин. Вот, поэтому, конечно, детям мы рассказываем о подвигах семьи. Мы каждый год ходим. Да, и это очень-очень интересно. И мне интересно. Нам очень... А что больше всего интересного? Солнце и снег. Когда все маршируют, танки ездят иногда. Сыну младшему 3,5 года, я думаю, что пока общее представление он имеет, но с возрастом он будет знать, помнить и чтить память своих героических дедов, бабушек, всего великого русского народа, который воевал. Я сам отходил здесь 4 парада, учась в училище, служил в Москве в спецназе, прошел еще 5 парадов. Я считаю, что это праздник всего народа, и как бы очень хорошо, что это все поддерживается, люди ходят, помнят. Торжественный парад по традиции начинался на площади Победы с возложения к вечному огню гирлянды памяти, принесения знамени Победы и флага России. Это честь для любого военнослужащего, и заслужили такое право отличившиеся в учебе курсанты. В парадном строю представители различных армейских формирований, внутренних служб, курсанты военных училищ, а также воспитанники кадетских и казачьих классов. Впервые по площади прошли юнармейцы. Рязанский парад традиционно масштабен и грандиозен. И это неудивительно для города, славного своими военными и героями, некогда сосредоточившим сразу несколько военных училищ. И по сей день помнит страна подвиг рязанцев в годы Великой Отечественной. Более 300 тысяч человек из нашего региона были призваны на фронт. Ежегодно парад Победы демонстрирует: сегодня дух рязанцев не ослаб. Ровные колонны с площади Победы прошли по Первомайскому проспекту. Оживленно приветствуют участников парада люди. Еще более оживленное тепло приветствуют ветеранов. Ожидаемой частью Парада Победы всегда был и остается смотр строевой песни. Юбилейный 50-й смотр выиграли десантники. Вечером 9 мая в Рязань прибыл расчет высшего воздушно-десантного командного училища, который утром шел строем по Красной площади. Сотни зрителей собрались, чтобы полюбоваться лучшими из лучших и поддержать ребят, с честью показавших себя на главном параде страны. Мы не можем представлять свою землю рязанскую плохо, или неважно, или посредственно. Мы должны представлять ее только на отличную оценку. И вот стоящие в строю, в сегодняшнем строю, офицеры и курсанты, они, поверьте, очень достойно, сильно представили нашу рязанскую землю, героическую землю. Военные показали свою подготовку, промаршировав со строевыми песнями от улицы Завражного до улицы Чкалова и обратно. Усталость от изнуряющих тренировок не ощущалась. Холодный день будто нипочем ребятам. Улыбки на лицах, гордо поднятые головы, четкий шаг, движения выверены и синхронны. Я по свету немало хожу, жил себя
встречали шествие одобрительными возгласами. На церемонии приветствия присутствовал и временно исполняющий обязанности губернатора региона. Для него это первый день победы в Рязани. Это замечательный праздник, один из самых великих на земле. А в нашей стране это священный праздник. И то, что мы здесь, в Рязани, встречаем наших бойцов, которые на Красной площади представляли Рязань, представляли лучшие войска Российской Федерации, это для нас большая честь. И много рязанцев пришло посмотреть на то, как проходит строй наших бойцов, наших десантников. И они увидели то, что хотели увидеть, я думаю. То, что наша армия сильна, мощна, и что нас есть кому защищать. Десантники промаршировали до училища, и на всем маршруте их встречали рязанцы, подпевающие любимым песням военных лет. В течение всего дня люди шли к Вечному огню на площади Победы и в Мемориальном парке, чтобы положить живые цветы тем, чей подвиг бессмертен. Настроение праздника сохранилось в этот холодный майский день до самого вечера. Концерт на площади Победы собрал сотни рязанцев, готовых подпевать военным песням. Еще больше людей подтянулись к выступлению участника шоу «Голос» Данилы Плужникова. Апофеозом стал выход самой народной и самой патриотичной группы российской эстрады. А на войне, как на войне, солдаты видят мамку во сне. А на войне, да то оно, а все серьезней, чем в кино. Традиционный праздничный салют озарил небо под звуки Дня Победы, песни, без которой не обходится ни один праздник 9 мая.